Всем привет! Я все в том же пледике, потому что все так же холодно. Когда отопительный сезон, ребята? Скажите мне, когда он начинается в этом году? Это риторический вопрос, потому что когда он должен начинаться, я знаю. А вот когда начнется, вот это уже загадка природы. Итак, видео не отопительном сезоне, видео будет видеообзором на 14 каталог. Парадокс в том, что на моем канале есть видеообзор на 16 каталог, есть видеообзор на 15 каталог. А 14 каталог начинается вот-вот уже завтра, а и обзора у меня еще нет. Так что я решила сегодня записать вот это прекрасное видео. Итак, поехали. Я сделала себе закладочки, чтобы не листать долго. Поэтому рассказываю быстро и по делу. Значит, начало у нас Ultra Volume. Ultra Volume — это линейка True. И на всю линейку True это у нас помады, матовые, карандаши для губ, бровей, глаз, тоналки, пудры и все. На все это у нас будет скидка 40% при заказе на 299 гривен. Вот с этих страничек. Выгодно. Мне кажется, очень выгодно. Заказываем на 600 гривен. Оплатим 300 с чем-то. Всем на заметочку, ребятки. Значит, с 3 по 15 страничку скидка 40% при заказе на 299 гривен. Плюс ко всему этому, если вы покупаете любые два продукта с этих же страниц, вы можете взять для себя вот такой бьюти-бонус на выбор. Или водичка, лак для него, или вот такой вот наборчик Planet Spa. В наборчике скраб для тела и сыроватка для кожи. Всего за 69 гривен. Как по мне, очень-очень хорошо, очень удобненько. Мне нравятся такие акции, так люблю всякие бьюти-бонусы. Так, ага, и если вы Avon True, тоже с вот этих вот страничек, с 3 по 15, заказываете на сумму 499 гривен, то помимо скидки 40%, вы можете заказать за 249 гривен новые духи от Kenzo Takata. Вы сами подумайте, за 249 гривен новые духи от Kenzo Takata. Именно те, о которых я уже говорила, на которые у меня есть обзор на канале. Можете посмотреть обзор, если еще не смотрели. Так что Avon True очень выгодно брать в 14-й компании. Дальше у нас появляются вот такие новиночки, так скажем, старые новиночки. Ароматы, которые уже были давно, с марта месяца этого года. И это у нас просто формат 30 мл. Формата такого еще не было. Такой формат видел только Постпрайон. Напоминаю, что у нас 14-я компания, Avon Украина, национальный район. И цена такой водички будет 139 гривен при условии покупки с каталога любого товара на сумму 99 гривен. Что у нас дальше? Дальше у нас те самые духи, которые вы сможете купить за 249 гривен. То, что я вам уже говорила. Вы можете взять пробнички. Значит, два пробничка за 29 гривен. То есть женский и мужской за 29. А если вы возьмете два по два, то есть два женских и два мужских, то будет 49 гривен. И это не обычные пробнички, это пробнички с дозатором. Мне вот такие пробнички нравятся намного больше. И пусть бы все пробники стоили на пару рублей, да, пару гривен больше, но были именно вот такие с дозатором. Они не так прикольно смотрятся, мне они так всегда нравятся. Я в восторге. Дальше. У нас была в 13-й компании акция. Если вы делаете заказ в 13-й компании на сумму 400 гривен, вы сможете использовать скидку в 14-й компании. И вот эта скидка. Таких скидок по каталогу разбросано очень много. Вот одна из них — скидка на наборчики Today, Tomorrow, Always. Любой из вот этих вот наборчиков вы сможете приобрести за 259 гривен. Скидка 140 гривен на такой набор. Это если вы выполнили условия в 13-й компании.
та же самая акция у нас идет на вот такие ароматы по 100 миллилитров ароматы, и они будут стоить для вас 129 гривен. Скидка целых 100 гривен. Следующая новиночка каталога. Это мужская новиночка, которая меня очень порадовала. Это Avon Men Edge. Такой темно-синий флакон. Крутой просто дизайн. Значит, Avon Men всегда очень хорошо продавался. Avon Men Edge, мне кажется, будет продаваться еще лучше, потому что запах у него крутой. Цена 249 гривен. Если вы покупаете 3 штуки одним заказом, то скидка будет у вас 40%. И что еще? Пишут, что тут стеклянный флакончик. Опять вспоминаем акцию 13-й компании и используем свою скидку в 100 гривен на триммер. Триммер будет стоить 249 гривен. Я могла бы дать отзыв на этот триммер, но не могу. Короче, мы купили такой триммер год назад или 2 года назад, я уже не помню, на Новый год мужу. И где-то мы его профукали. Мы его так и не использовали ни разу. Где-то он потерялся, наверное, при переезде. Не знаю. Короче, триммера нет. Ничего сказать о нем не могу. Но я заказывала его. Дальше такая же скидочка у нас есть на любую помаду. Любую помаду Avon Lux. Скидка 100 гривен. И любая помада. Это увлажняющая помада. Люкс такая длинненькая, удобная сумочная помада, которая так выкручивается. Что рассказываю, если можно показать вот это. Или же губная помада с бальзамчиком внутри. Тоже классная, так немножко пощипывает губки. Значит, за 79,99 любая из этих помад, если вы используете свою скидку. Если вы выполнили... Что тут? К13, если вы выполнили, значит, условия акции. Дальше, новинка. На эту новинку у меня есть уже обзор. Обзор сравнения с предыдущим таким же средством от Avon. Это мицеллярная вода. Не буду сейчас вам ничего говорить. Смотрите обзор, смотрите сравнение. Там пару минуточек видео на самом деле. Вот эта новинка... А ничего не буду говорить, что я начинаю рассказывать. В общем, она легко дие, легкое, это нежное очищение. Можно использовать для глазок, для губок. В общем, обычная, хорошая, крутая мицеллярка. И на канале есть сравнение с предыдущей мицелляркой от Avon. Посмотрите, какая лучше, какая хуже. И на страничках 104-115, то есть это... Вся линейка Clair Skin, 3 странички Clair Skin и 3 странички Color Trend, то есть 3 странички Clair Skin, 3 странички Color Trend идут по крутой акции. За умовы придбания будь-яких 2 продуктов у вас действует красная цена на эти продукты. Я стопудово воспользуюсь. Прикольно. Люблю такие акции. Так, что у нас дальше? Не могу об этом не сказать. Сама сижу уже в пледике подобного качества. Мне кажется, такого материала будет и вот эта вот классная пижама. Набир комплект домашнего одеву. Я очень хочу этот комплект. Я не знаю, может быть, под конец 14 компании я его возьму себе. Я не уверена, я не знаю, я еще думаю. Хочу, но меня терзают смутные сомнения. Не знаю почему, но хочу. Так что, может быть, я отдельно сделаю обзор, но если обзор будет, то что-то под конец. И тапочки. Тапочки брать не буду, тапочки такие у меня уже есть. Тапочки, кстати, в Avon очень мне нравятся. Крутые, носятся хорошо. Рвутся не так, как обычные тапочки, скажем так. Но пижамку вот эту вообще, она такая няшная. Кстати, я вас очень прошу, девочки, кто...
кто заказывал себе эту пижамку, напишите мне в комментариях, как она по качеству, как она носится, по размеру, как, размер, не, что там, что как с ней, потому что очень хочу ее взять, но вот почему-то думаю. И есть еще из одежды вот такое платье, оно уже выходило один раз в каталоге, было где-то весной. Это платье два в одном, его можно носить на две стороны, вот такое вот. Цветастая или черная. Тоже прикольная штука. Тоже думаю насчет того, взять ли его себе. Кто брал его когда-то, тогда еще весной, или, может быть, сейчас закажете в этой компании и будете смотреть это видео, и оно у вас уже будет, напишите мне отзыв о нем. Мне очень интересно. Очень классные кеды. Посмотрите, какие крутые кроссовочки такие. Цвет очень приятный. Очень модный на эту осень и смотрится хорошо. Тоже подумываю, может взять. Может взять. Ну, интересная штука, конечно. Кроссовки. Меня теперь очень смущает, я уже 150 раз об этом говорила. Меня смущает то, что я не знаю точно, какое качество. Потому что одна обувь от Avon была идеального качества, а две другие обуви, о которых я знаю, слышала, видела, ужасного качества. То есть они пришли хорошего качества, но очень быстро порвались. И вот это для меня теперь очень страшно и очень хочется. Прикольно с виду, поэтому очень хочется. Так, что я вам дальше хочу рассказать? А, колготки. Девчонки... Хит сезона. Красные фиолетовые колготки. А, еще и зеленые, и серые будут в этом плане. В общем, прикольно. Прикольно вообще. Значит, по качеству колготки реально крутые. У меня когда-то в каком-то наборе, по-моему, попадались такие колготки. И подарок-сюрприз. А, подарок-сюрприз был за 99 гривен. И попадались мне вот эти колготки. Качество прекрасное, то есть они носятся, не рвутся. Хорошее качество, мне нравятся колготки Avon. И вот здесь, когда они все в цветах, ну это вообще бомба просто, бомба. Ребята, всем рекомендую, себе хочу взять серые. Просто хочу показать вот такие классные пижамки, и на них очень прикольная цена. 599 гривен. Такие разные есть с длинным рукавом, с коротеньким рукавом, и вообще какая-то летняя практически. Мне вот это нравится. А вам какая? Напишите, какая вам нравится больше из этих четырех. Я люблю такие, чтобы штаны внизу были зауженные. Кстати, мне очень нравятся материалы таких вот пижамок. Следующее. Боже, ребята, я думаю, вы уже все знаете, кто смотрел каталог или обзор, ну, из постпрайона, что будет вот эта новинка. Это кружки. Кружки, которые умеют засыпать. Когда в них наливаешь горячий чай, они закрывают глазки. Это так мило. Конечно, цена кусается. Грубо говоря, сколько она там? 190, 200 гривен и 189, 199 и 189. Вот эти 189, это 199 гривен. Дороговато, но прикольно. Но прикольно. А, значит, скидку вы можете использовать на вот такие крема и приобрести вот эти кремчики. Это крем-суфле. Все кремы-суфле за 60 гривен. Это, опять же, из акции с 13-й компании. Новинка, бессульфатный шампунь. Обзор на эту шампунь уже есть на моем канале. Можете посмотреть. Прикольные акции на продукты со страниц 118-127. Тут очень много таких вот продуктов. При условии покупки двух продуктов красная цена. Значит, наборчики за 169 гривен, в этот раз два женский и мужской, можно заказать и тот, и другой. Очень прикольно, за 169 гривен получить аромат, гель для душа, дейзик и что это такое. Это гель для гуляния и женский интимка, пена для ванны, гель для душа и тоже аромат. В принципе, окупается
100%, потому что, ну, ароматы как минимум стоят больше. Больше. Значит, на NU, на всю линейку NU скидка 40% при покупке на сумму 299 гривен. Так что у нас очень много 40% скидок в этом каталоге. Это Avon Man Edge новый, Avon True и Avon NU. Продаем только эту линейку и имеем классную выгоду себе в карман. Значит, что еще у нас есть в Ньюшке? Есть вот такая новинка. Новинка стоит 99 гривен. Ребята, это вообще сногсшибательная цена для такого продукта. Действие этого продукта видела на конференции. Супер. Всем рекомендую. И при всем при этом, при покупке любого аромата, средства Нью, у вас аромат за 139 гривен. Это аромат Avon Amour. Вот такие новости в 14-й компании. Делайте заказы. Всем хороших продаж, всем удачи и до встречи.